Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Всем доброе утро, друзья! Как у нас жарко, просто невыносимо. Еще нужно потерпеть на 3 дня, наверное, да, 3 дня. Посмотрели с Артурчиком прогноз погоды. Обещают вроде дождик, и потом после дождика прохлада будет где-то до 26 градусов. О, ужас. Очень-очень жарко. Прям на улицу неохота выходить. Но нужно. Иду в АТБ. У меня нет чеснока. Оказывается, я как-то так прозевала этот момент. И я хочу приготовить котлеты. Ну, какие котлеты без чеснока? Поэтому идемте со мной в АТБ. И еще хочу купить молочка Артурчику. Конечно, себе пепси. И посмотрим, что там еще. Может, что-то будет интересненькое, вкусненькое. Правда, такая жарища, уж не хочется. Закончились овощи. Не знаю, посмотрю, какого они качества будут. Или, может быть, овощи лучше купить на рынке. Посмотрим. Так, очень-очень жарко. Даже ветра нет. Вчера проснулись с Артурчиком, прям как убитые, выжатые все, голова болит, все. С друзьями общаемся, та же самая история. Тоже выпила таблетку. Потом через часик уже помогло, говорю, ой, класс. Голова перестает болеть, начинаешь, как говорится, жизни радоваться. А потом вечером смотрели видео Натали, Натали. Та же самая история, Натали рассказывает, уже голова болит, чувствует себя плохо, выпила таблетку. Думаю, боже мой, что такое, что с погодой? Всем плохо. Ну вот, надо еще продержаться несколько дней, и будет попрохладней. Ну все. Идемте, попробуем включиться уже в АТБ. До встречи. Я уже в АТБ. Смотрите, друзья, что я нашла. Какие орхидейки. Какие классные. Не знаю, как оно отсвечивает, не отсвечивает. Беленькие, вот такие мне нравятся, но уже листики, лепесточки, вернее, уже подвяли, есть немножко опавшие, там вот, видите, немножко подзавяли, а мне так хочется орхидейку, прям вот я прям не знаю, не знаю, красивые, но хочется свеженькую взять, и цена, смотрите, какая симпатичная. Я вот выбрала 3 горшочка, и теперь мне нужно из этих 3 выбрать себе какой-нибудь красивенький. Вот смотрите, вот этот вот такой насыщенный, красивый. Корни я посмотрела хорошие, и здесь прям идет 3, как сказать, 3 ствола, 3 соцветия идет, 3 отросточка, вот, и все 3 цветут. Здесь вот немножечко понежнее цвет, видите, здесь темнее, а здесь нежнее. Вот тоже хорошие, хорошие корни посмотрела, листочки тугие. Вот. И вот этот вот тоже такой вот, сейчас я подниму, покажу. Вот, тоже очень красивый такой. И я все, я растерялась. Не знаю, какой мне выбрать. Переживаю, конечно, вот этот красивый, но 3 с
сразу три побега. И вот такой красивый очень. Не знаю, как можно выбрать такую красоту, когда хочется взять все. Просто все. Очень нежный такой, да? Просто красотень. Такие необычные сочные цвета. Здесь вот тоже вот корень хороший. Здесь даже смотрите, какой длинный корень, как ствол идет. Но здесь нет опавших. Хорошенький цветочек. Такой нежный. Здесь поставим. Подумаю, какой взять. Думаю, уже вам покажу, что я выберу. Так, что у нас тут? Акции. Персил, смотрите, может, кому надо. 11, 11 штук, 123. Стоит за 10 штук 90 гривен. Смотрите, какая гель появилась именно для мытья посуды. Еще такую мы не видели. Наборчик, шприц кондитерский, печенюшки делать с насадочками, рукавичка и противень. И нам кастрюлька. Такая. Я люблю посуду, чтобы она была тяжелой. А уже таких вот белых тарелочек уже нет. А вот здесь есть. Рядышком посмотрим. Ничего себе. Смотрите, какая утятница. Большая, хорошая. Сейчас посмотрим. Вот оно, смотрите, сколько оно стоит. Так, отсвечиваем. Сто 90 гривен. Здесь вот такая вот селедочница. Маленькие, они небольшие, видите? На 40 стоит вот эта тарелочка. И вот такие чашечки беленькие стоят 35 гривен за чашечку. Ну, не знаю, я люблю стеклянные чашечки, прозрачные. Мы потом купим такую, даже не хочу. Фильтры. Тоже вот такая термостекла. Смотрите, какая сушка для посуды. Вот
серенькая ставочка, и с беленькой есть. Подстилочки. Ох, какие арбузики под тарелочки. Так, идемте дальше посмотрим. Столик. Так, здесь что-то. Карандашики для деток. Одежка. Здесь такое для пляжа, обувь, сумочки. Вот такой, друзья, я выбрала себе цветочек. Это Артурчик мне его подарил на День семьи, но я все никак не могла выбрать себе. Ходила, смотрела. И вот такой красавчик у нас теперь будет жить. Вот такой. Фаленопсис. Так, я попробую сейчас, наверное. Надеюсь, вам видно, как он красивенький. Вот такой он, друзья. Наверное, здесь будет виднее. Вот так вот. Бутончик. Вот такой нежный. И красивый. Он очень подходит к нам. В нашу комнату такую. Розовую комнату. На этом, друзья, я буду заканчивать запись в своем дневничке. Спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Кто забыл подписаться, подпишитесь. Включите колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Ставьте лайки. Поддерживайте нас. Для вас это ничего не стоит, а нам очень-очень будет приятно. Всем спасибо. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Пока-пока.